Как отдохнул? Ну, приехал, все было хорошо, пока Мазуренко меня не обрадовал. Это чуть-чуть такая же напряженная ситуация. То есть я уже ходил, уже пытался что-то взять, что-то поднять, что-то там порвать, сломать. Ну, как-то так. Чуть-чуть уже голова уже перенеслась туда, тренировочный процесс. А так в целом хорошо. Солнышко, 30 градусов жары, народу мало, потому что еще не сезон. Вообще лафа.